Полиция Адыгеи разъясняет гражданам порядок обращения в органы внутренних дел. МВД по Республике Адыгея информирует граждан о том, что сообщить в органы внутренних дел о совершении противоправных деяний можно несколькими способами. Одним из них является письменное обращение. Письменное обращение в обязательном порядке должно содержать следующее. Первое. Наименование органа внутренних дел, в который направляется обращение, или фамилию, имя, отчество должностного лица органов внутренних дел, или его должность. Второе. Фамилию, имя, отчество гражданина. Третье. Почтовый адрес для направления ответа или уведомления о переадресации обращения. Четвертое. Личную подпись и дату. Пятое. В случае необходимости в подтверждении своих доводов гражданин прилагает к письменному обращению документы и материалы, либо их копии. Все поступающие обращения проходят обязательную процедуру регистрации. По результатам их рассмотрения заявитель информируется о принятых решениях в установленный законом срок. МВД по Республике Адыгея еще раз призывает жителей региона своевременно сообщать в полицию о совершении преступлений и правонарушений. Напоминаем, что в ОВД можно обратиться по телефонам и через сеть интернет. С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте МВД по Республике Адыгея в разделе «Для граждан». Пресс-служба МВД по Республике Адыгея.